самая ходовая, вот я считаю, что Горбуша. Потому что вся Камчатка Горбушу пинает и в Москву, и... Ну, китовая, ну, кижучевая. О, бля, Горбуха. А кижуча тоже жалко резать. Почему? Ну, такая рыбина. Дед, скажи, да? Вкусно. Масла не хватает. Угу. Удивляться настойчивости этой рыбы. Перед лососем можно преклоняться и уважать эту рыбу за то, что она идет к своей цели, невзирая на океанские шторма, на острые зубы касаток, на сети браконьеров. Она идет, пробирается к своему нерестилищу, чтобы здесь оставить потомство и погибнуть. Через некоторое время все близлежащие озерца будут в буквальном смысле завалены останками лосося. Своими телами, своими гниющими телами лосось будет кормить подрастающую молодь. Нерка очень пугливая рыба. Чувствует движение и моментально отходит от берега, поэтому приходится вот так вот очень аккуратно и незаметно двигаться. Лосось перебирается вот в такие тихие заводи. Здесь очень мелко и тепло. В этих озерцах нерка нагуливается, готовится к тому, чтобы через узкие протоки пройти уже непосредственно к самому нерестилищу. Итак, мы на нерестилище. Конечная и одновременно начальная точка путешествия лосося. Дело в том, что лосось возвращается в те же речки, в те же озерца, из которых он когда-то вышел маленькой рыбкой, мальком, где он вылупился из икринок. Нерест лосося – это своего рода таинство, достаточно интимный процесс. И вот мы можем наблюдать, как самец с самкой кружат вокруг друг друга, хвостами роют ямки, куда и будет впоследствии заложена икра. Самец эту икру оплодотворит,
ямку закопают, и на этом процесс закончится. Очень интересно наблюдать за нерестящимся лососем. Эти любовные игры, эти покусывания друг друга. Все это очень забавно. У рыбы терзают внутри гормоны, она стремится занять лучшую позицию, лучшую ямку выкопать. Самцы спорят и бьются за обладание самкой. Нерка меняется, ее меняется внешность, она становится уродливая. У самцов вытягивается нос, и они начинают, после того, как происходит процесс оплодотворения, рыба начинает умирать. Она умирает заживо, она заживо гниет. Первыми отмирают плавники, потом белеет хвост, и в конце концов рыба переворачивается вверх брюхом и умирает. Здесь сейчас я насчитал около 200 особей, это очень мало. В прошлые годы здесь все было красно от рыб. После нерки сюда придет горбуша, и говорят, что она перероет всю икру нерки, заложит свою икру. В общем, такой идет такая борьба за жизнь, борьба за выживание.